культура анапчан растет на глазах, не по дням, а по часам. Если раньше ставили вот так вот бутылки с водой, чтобы никто не парковался, теперь горшочки с растениями. Потому что вот плиточкой уложили здесь все. Когда все красиво, хочется и делать все красиво. А вот там, где нет красивой плитки и асфальта, то анапчане живут еще по-старому. Вот такими страшными бутылками оставляют места, чтобы никто не парковался. А что делать? Бутылки — это еще цветочки, а вот ягодки. Вот два в одном. Монументальный антипаркон. Ну, это попроще, скамеечки. Причем нельзя сказать, что анапчане защищаются от приезжих. Приезжим они очень рады. Они защищаются от своих, которые паркуются где ни попадя. Ну, как-то надо жить, где-то надо парковаться. Ах, какая улица дерзкая стала. Какие молодцы вообще. Зеленстрой, Ремстрой. Ну и мэр города молодец. Ну а проще всего решать проблемы с парковкой, если ты облечен какой-то властью. Такая федеральная структура есть, она. Ну и что, прокуратуре легче было стоять и легче было ездить. За соблюдением прав граждан, там тара-па-та-па-там. Вот такой знак они поставили и устроили себе стояночку на тротуаре. Селяви называется. Селява. Вот они. Замечательные парковки. На заднем дворе прокуратуры. Ну а задний двор прокуратуры находится на центральной улице Анапы. Полная гармония. Для гостей города улица Гребенская упирается в центральный пляж, а справа вон там стоянка муниципальная. 50 рублей в час.